Часть первая. То, что нельзя говорить. Теоретик. На первый взгляд в библиотеках лежат сотни ответов на вопрос, что такое власть. Ведущий российский исследователь власти, доктор философских наук Валерий Ледяев, посвятил целую книгу анализу разнообразных определений и концепций власти. Добавлять к имеющимся сотням томов еще один, пусть даже с приятными именами авторов на обложке, имеет смысл лишь за тем, чтобы сказать о власти что-то новое, что-то такое, чего никто до сих пор не сказал. То ли потому, что не знал, то ли потому, что этого нельзя говорить. Так вот, горькая правда о власти заключается в следующем. Как и любая другая, управление проектами, электромонтаж, программирование или игра на скрипке, она точно так же требует профессионального мастерства и первоначального обучения. Власть – чрезвычайно привлекательная сфера деятельности, занятости, пусть может самая привлекательная из всех известных человечеству, в которой в наибольшей степени сохраняются традиции цеховой организации труда, клановость, семейственность, секреты ремесла, корпоративная солидарность. Власть – сфера занятости, требующая от своих работников постоянной и качественной дезинформации как друг друга, так и тем более не относящихся к власти лиц. В результате этих особенностей любая информация об устройстве власти является либо, первое, инсайдерской, предназначенной для своих и только для своих, либо, второе, целенаправленно фальсифицированной, прошедшей определенный контроль и признанной удобной для работников власти, либо третье, дискредитированной, получившей широкое распространение из-за несовершенства контроля позднее комментированной и поданной публике с негативными ярлыками. Именно понимание этой ключевой особенности власти, ее способности успешно сопротивляться любым попыткам узнать о ней правду, вытекающей из ее цеховой сущности, и составляет то новое, что мы хотели довести до читателя. Власть – это то, о чем нельзя говорить. Читатель. Погодите, уважаемые авторы, я вас что-то не пойму. А почему вы сами вдруг разговорились? Кроме меня и теоретика, у нас тут присутствует практик. Человек явно не чужой в российской власти. Я должен поверить, что он просто так нарушает обет молчания и выдает цеховые секреты ради копеечного гонорара и забавы широкой публики, не смешится мои тапочки. Так не бывает. Признавайтесь, зачем вы решили выдать тайную, страшную тайну власти? Практик. Хороший вопрос. Я отвечу. Дело в том, что мы стоим на пороге масштабной трансформации мировой элиты. Во-первых, на содержание старой больше нет денег, ее нужно менять категорически. Во-вторых, полностью исчерпан работающий несколько веков механизм развития. Наиболее близкий аналог текущего момента в истории – это 14 и 16 века, когда элита сменилась в Западной Европе полностью, и это было сделано довольно кровавыми способами. Даже в 16-17 веках, прославившись гражданскими и религиозными войнами, элита не сменилась так сильно, потому что феодалы успешно эмигрировали. Так вот, чтобы нынешняя смена элиты не оказалась весьма неприятной тем, кто придет ей на смену, нужно хоть что-то знать об устройстве власти, иначе они такого наломают. Читатель, ничего себе, так это на самом деле учебное пособие по власти, теоретик? Да, на самом деле. Чем лучше граждане России будут понимать, как на деле устроена и работает власть, тем выше наши шансы на мировой шахматной доске. Или, если хотите, за мировым карточным столом. Тут дело не в гонораре и не в дешевом пиаре. Тут речь о будущем страны. Так что хватит разговоров вокруг да около. Пора узнать правду власти. Глава первая. Люди власти. Правила власти для вассалов. Всякая власть есть непрерывный заговор. Анор де Бальзак. Теоретик. Говорить о власти нельзя не потому, что это запрещено какими-то высшими силами. На любой запрет найдется смельчак, который его нарушит. Невозможным делает такой разговор сама природа власти, вершащая свои дела в тишине и скрывающаяся за различными масками. На власть нельзя просто указать пальцем перед тем, как рассуждать об ее устройстве,
Необходимо научиться видеть ее за группами людей и фасадами организаций. Пока вы воспринимаете всех окружающих как делающих свой бизнес или работающих в офисе, власть останется для вас тайной за семью печатями. Понимать его начнете только с того момента, когда обнаружите людей, занятых кое-чем еще. Сделать это будет не так просто. Обратите внимание, как современные СМИ реагируют на людей, которые по тем или иным причинам объединяют в рамках своих знаний некоторые вроде бы не связанные между собой события. Их называют конспирологами, причем слово это носит явно негативные коннотации. Многие из них действительно мало что понимают в жизни, если не являются платными дезинформаторами. Но есть и такие, которые говорят правду. Этих последних нужно уметь находить и внимательно к ним прислушиваться. Тогда, поставив перед собой цель разобраться, что такое власть, вы постепенно начнете сопоставлять различные, не очень заметные и на первый взгляд не связанные события и символы. И рано или поздно то, что казалось вам раньше совершенно невероятным, окажется столь очевидным, что вы сами не сможете поверить, как вы не замечали этого раньше. Первое. Власти рвутся бандой. Теоретик. Начнем с простой и понятной любому задачи. Вы только что устроились на незначительную должность, большую и могущественную организацию. Как сделать в ней успешную карьеру? Практик. Прежде всего необходимо понять, как вообще можно даже не войти во власть, а хотя бы подойти к ней. Для того, чтобы это сделать, нужно освоить, как очень наш, два основных момента, без которых даже разговаривать о власти бессмысленно. Первый из них звучит так. Власти рвутся бандой. Иначе говоря, власть – это система, в которой не существует индивидуальных игроков, а есть только коллективная. По этой причине любое движение к власти нужно начинать с поиска банды, команды, группы, которая играет во властных играх самостоятельную и значительную роль. Читатель, что-то вы не то говорите, чтобы сделать карьеру в крупной компании – нужно просто держаться за место и расти по служебной лестнице. А чтобы расти, нужно уметь руководить людьми и ладить с начальством. Причем тут какая-то банда. Если это руководство компании, то зачем называть его бандой? А если не руководство, то какая у этих людей может быть власть? Теоретик. Ваш вопрос – прекрасная иллюстрация тех проблем, которые сразу же возникают при любом разговоре о власти. Действительно, какая может быть власть у человека, который не занимает руководящей должности? Какой должностной инструкции она предусмотрена? Какие документы скреплены его подписью? Чтобы видеть власть, необходимо выйти за пределы штатного расписания компании и обратиться к реальным событиям корпоративной жизни. Давайте сделаем это на простом и широко известном примере. Истории компании «Портал», описанной в книге «Жизнь внутри пузыря», Ашманов, 2007 год, как говорится, на основе реальных событий. История эта начинается в далеком 1999 году, когда владельцы перспективной компании «Портал», предлагающей в сети самый популярный на тот момент русскоязычный поисковик, продали свой контрольный пакет новым инвесторам, российскому банкиру и зарубежному латиноамериканцу. Один из прежних владельцев, как раз и организовавший продажу, стал президентом компании, второй, выведенный в книге под псевдонимом «Основатель», возглавил отдел разработки. На первоначальном этапе «Портала» активнее занимался банкир, делегирующий у него своего представителя, названного в книге «Мистер Портал». Поскольку инвесторы приобретали компанию в разгар доткомбума, с целью быстрой перепродажи им требовалось как можно быстрее нарастить капитализацию, в том числе за счет приема в штат большого количества разработчиков. Команда разработчиков традиционно считается весомым активом IT-предприятия. Так в компанию попали дополнительные сотрудники. Во-первых, программисты. Еще до получения денег от инвесторов президент тащил в портал команду физиков. Лидеры ее были двое уже седых мальчиков-физиков. Это были сотрудники академического института, кандидаты наук, преподаватели, которые считали и преподносили себя самыми крутыми интернетчиками. Издавна строили сайт
физического института по разным провайдерским и контентным делам знали президента и основателя довольно давно, Ашманов 2007 год. А во-вторых, основной продукт компании – поисковая система, значит, нужны специалисты по естественному языку, лингвисты, ашмановцы или лингвисты. Команда состояла примерно из 15 человек, сильных менеджеров, математиков, программистов и несколько лингвистов, в основном посетим МГУ. Каждый второй и третий член команды был кандидатом математических или лингвистических наук. Поручили этой команде заниматься туманным и никому не мешающим делом, всякими перспективными разработками. Ее лидер, выведенный в книге под фамилией автора Ашманов, получил должность директора по развитию, и штат будущего русского Google оказался полностью скомплектован. Зная всего, мы можем с легкостью нарисовать организационную диаграмму портала образца 2000 года. С точки зрения управления, диаграмма полна не оставляет сомнения. Президент подчиняется совету директоров, профильные директора президенту, каждый из директоров руководит своим направлением. Однако нам известна некоторая дополнительная информация, не отраженная на схеме. Мистер Портал – человек банкира и легко может повлиять на него в ход президента. Директор по разработке – люди президента, но не банкира. Ашманов, в отличие от основателя и обоих физиков, непонятно, чей человек. Его лингвистов пригласили всего лишь увеличить капитализацию, но не работать. С учетом этих неформальных отношений, статусы трех подразделений портала совершенно неравноправны, а положение подразделения Ашманова самое зыбкое. Он ничей человек. В компании явно наличествует плодородная почва для интриги, но глазами управления ее не видно. Хуже того, этого обычно не видно и в повседневной жизни компании. Книга «Внутри портала» не лежит на каждом рабочем месте, а кто чей человек, не так-то просто определить. На практике кто есть кто выясняется только после оргвыводов и весьма неожиданно для большинства участников. Но вернемся к истории портала. Ашманов оказался в ней совсем не мальчиком для битья и сразу же занял активную позицию в корпоративных интригах. Инвесторы довольно быстро начали вмешиваться в операционную деятельность компании на самом низком уровне. Они, в основном банки, звонили напрямую дизайнерам, разработчикам, главному редактору и маркетинговым менеджерам и пытались давать самые конкретные указания, что поместить на головную страницу того или иного проекта, какой выбрать цвет и так далее. Я потратил гигантское количество времени и сил на блокирование и канализирование этих прямых указаний, на объяснение с инвесторами, на разъяснение правил движения в мире интернет-технологий и в конце концов приучил их к тому, что все равно нужно говорить со мной, потому что без моего приказа в любом случае ничего сделано не будет, Ашманов. На первый взгляд ситуация, когда инвесторы, то есть банкиры, звонят тебе каждый час по поводу сделать кнопку зеленой, кошмар и ужас. Да, кошмар и ужас для разработчика, но не для человека власти. Звонят, значит, чего-то хотят. Значит, ты контролируешь какой-то нужный им ресурс. И, следовательно, от тебя в компании кое-что зависит. Ресурс. Запомните это понятие, играющее ключевую роль в теории власти. Вокруг существует бесчисленное множество сущностей, контроль над которыми делает нас незаменимыми для других людей. Право подписи, знание конфиденциальной информации, знакомство с нужными людьми, не говоря уже о банальных деньгах и имуществе. Объединив их в одном слове – ресурс. Мы получаем возможность обобщить многие проявления власти в короткие формулировки. Например, вывести основную формулу власти – власть, ресурс, власть. Вы контролируете какой-то, пусть даже незначительный ресурс. Отлично. Все, что теперь нужно делать для успешной карьеры, просто увеличивать свой контроль над этим ресурсом, тем самым повышая свой статус в глазах вышестоящих. Ашманов так и делал. Человек, без приказа которого ничего не делается, нужно либо убирать, либо включать свою команду.
и что особенно важно, все эти разговоры шли с владельцем компании, а не с ее президентом. Ашманов налаживал личные отношения с высшим уровнем власти. В результате, когда перед банкиром возникла очередная производственная проблема, он обратился к Ашманову с фактическим приглашением в команду. В сентябре 2000-го банкир потребовал выпустить такие давно обещанные контентные проекты портала, поскольку он тоже их давно много кому пообещал, в том числе и публично, к 1 ноября. Когда он спросил меня, я сказал, что могу это сделать к сроку, но мне нужны полномочия. Естественно, что идея не нашла понимания у президента, у которого уже была своя команда. Президент заявил, что мне не надо, что он полностью делегирует выпуск контентных проектов физиков, а управлять выпуском будет лично, без ансамбля. Таким образом, ответственность за выполнение критического по времени и поэтому весьма рискованного проекта оказалась целиком на команде президента. Когда сроки проекта были сорваны, вообще-то так бывает с большей частью программных проектов, независимо от квалификации исполнителей, авторитет президента в глазах банкира снизился, а авторитет Ашманова, напротив, вырос. С этого момента начался явно видимый закат команды физиков в портале. А когда пошатнулись позиции президента в связи с окончанием падения в NASDAQ и постоянно растущими плохо обоснованными расходами компании, ни их портали были сочтены. Можно ли было разглядеть предпосылки подобных интриг на организационной диаграмме? Да, если бы мы дополнили изображение властных группировок. Властная группировка – второй важнейший термин теории власти. Как вы уже могли догадаться, она представляет собой связанную неформальными отношениями подчинения, Б – это человека, а группу людей, целенаправленно захватывающие ресурсы. Далеко не всякая группа может считаться властной группировкой. Чтобы обладать властью, группа должна быть связана отношениями подчинения и контролировать определенные ресурсы. Не правда ли, все сразу становится ясно. Участников группировок связывают между собой не служебные, а личные отношения подчинения, основанные на взаимном доверии и взаимной выгоде. Вход в группировку открыт. Ашманов не сразу вошел в доверие банкиру. На это потребовался почти год рабочих контактов, в ходе которых выяснилось, что Ашманов не подведет. Разные группировки находятся в конкурентных отношениях. Банкир не склонен доверять президенту, поскольку тут явно работает на себя, а не на банкира. Кроме того, группировки имеют разный вес. Группировка банкиров, в которую вошел Ашманов, несомненно сильнее группировки президента, поскольку возглавляется фактическим владельцем портала. Исходя из этого, нетрудно предсказать результат открытого конфликта между группировками. Члены правящей властной группировки повышаются по службе, члены конкурирующей увольняются или вытесняются из числа владельцев. Именно так и произошло портале. Инвесторы вообще сильно нервничали. Неосторожная бюджетная заявка послужила последней каплей. Они страшно возмутились выросшей суммой, заморозили выдачу денег и начали действия по выдавливанию президента из портала. После нескольких раундов переговоров в январе 2001 года они выкупили у президента и основателя их акции по низкой цене и сняли их со всех постов в портале. На место президента был назначен мистер Портал, а на место директора по разработкам и по всем остальным вопросам – Ашманов. Однако, как везде в жизни, покой нам только снится. Несмотря на организационные изменения в портале, он остался убыточным. А чего еще ждать от проекта, изначально нацеленного не на прибыль, а на перепродажу? В результате лидер правящей группировки банкир потерял к нему интерес. Когда денег мало стало, а пузырь 1-0 сдулся, латиноамериканец уговорил банкира дать ему порулить. С чего начался рулеж новой властной группировки? Конечно же, с поиска своих людей, внутри компании или за пределами. Так на сцене появился Мак. В портале также неожиданно, на самом деле неизбежно, появился свой Мак, птица особенно высокого полета. Он загипнотизировал где-то в кулуарах нашего латиноамериканца и с эффектом появился в компании, уже в должности вице-президента
по маркетингу. Практик. Обратите внимание на слова «неожиданно», а на самом деле «неизбежно». Почему сменивший банкира латиноамериканец искал себе помощника на стороне, а не взял свою команду Ашманова? Потому что Ашманов был уже человеком банкира, а стороннего человека можно было сделать полностью своим. Второй момент. А чем банк смог загипнотизировать латиноамериканца? Об этом мы напишем отдельно. А сейчас скажем коротко. Банк, узнав, что латиноамериканец не слишком разбирается в интернете, и сам выразил готовность закрыть этот участок работы. Разумеется, при этом он напел латиноамериканцев три кора по своей высокой квалификации и своих не менее гениальных планах. Выслушав все это, латиноамериканец поверил, что Мах может закрыть узкое место, в котором сам латиноамериканец разбирается плохо. Еще не важно, так ли он был на самом деле. Мах оказался в команде. Власть строится на личных отношениях доверия, а вовсе не на объективных показателях работы.